Сегодня в Барнауле стартовали соревнования по художественной гимнастике на Кубок губернатора Алтайского края. На открытии, которое прошло несколько минут назад, собралось около 700 спортсменок. Несмотря на то, что соревнования краевые, в них принимают участие юные гимнастки из 22 городов России. Также в Барнаул приехали сборные Канады, Казахстана и Узбекистана. Участникам не более 12 лет, но среди них уже есть мастера спорта. Жюри будет оценивать групповые и индивидуальные выступления. Соревнования продлятся 3 дня. За ними наблюдают более 1500 зрителей на трибунах.